У места проведения митинга Дональда Трампа в калифорнийском городе Коачелло был задержан вооруженный мужчина. Он ехал на незарегистрированном черном внедорожнике с поддельными номерными знаками, который полицейские остановили на одном из блокпостов, говорится в заявлении шерифа округа Риверсайд. В машине обнаружили заряженный дробовик, пистолет, боеприпасы и несколько фальшивых документов, паспортов и водительских прав. За рулем находился 49-летний житель Лас-Вегаса, которого СМИ называют Вэмом Миллером. Его арестовали по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия, но позже отпустили под залог в $5000. Перед судом он предстанет в январе. Инцидент не повлиял на безопасность экс-президента и посетителей мероприятия, говорится в заявлении правоохранителей. На митингах Дональда Трампа усилили меры безопасности после двух недавних покушений. 15 сентября рядом с полем для гольфа во Флориде, где играл кандидат в президенты США, был арестован мужчина с автоматом Калашникова. А 13 июля в Трампа стреляли на митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Он получил ранение уха. Огонь открыл находившийся на крыше соседнего здания местный житель. Он арестован. После этого инцидента Трамп выступает на митингах за пуленепробиваемым стеклом.